театре Маяковского премьера. Пьесу Александра Вампилова «Старший сын» поставил Анатолий Шульев. На генеральной репетиции побывала Валерия Кудрявцева. «Старший сын» – первый Вампилов в афише театра Маяковского. Классик советской драматургии никогда не ставился в этом театре. На этот раз идею Анатолия Шульева поддержал худрук Миндаугас Карбаускис. У меня было несколько отрывков по этой пьесе. Я ее много читал, очень проникся ей. Мне показалось, что она для меня своевременна. Еще 2 месяца назад мне исполнилось 30 лет. Говорят, что это кризис среднего возраста. По сути, это для меня самого было некое исцеление. И в том числе, я думаю, что если это меня излечило, то, может быть, кому-то в зале тоже это пригодится. Шульев говорит, распределение ролей понимал сразу. Первому предложение сделал Игорю Костолевскому. Без него не представлял чудака Андрея Сарафанова, неудачника и блаженного, по мнению бросившей его жены. И он прав. Я играю на похоронах. На похоронах и на танцах. Большинство знают «Старшего сына» как фильм Виталия Мельникова с Евгением Леоновым и Николаем Караченцевым в главных ролях. Но у пьесы Александра Вампилова счастливая сценическая судьба. И не только в России. Студент Бусыгин, ради ночлега выдающий себя за внебрачного сына музыканта Сарафанова, неожиданно становится опорой и надеждой разваливающегося дома. За «Старшего сына», как за соломинку, хватаются Сарафанов и его дети. Трогательная история на все времена. В ролях молодежь театра Маяковского. Бусыгина играет Алексей Дякин. Прийти в чужую квартиру, сказать, что я ваш сын, а потом из этой ситуации вынуть, что действительно полюбить этих людей, встретить свою любовь и, не имея своего отца, обрести чужого человека как отца, и полюбить его как отца, и быть с ним как сын. Мне вот этого и не хватало. Мне, как Алексею Дякину, нужен был такой материал. Мысли Вампилова, что родство людей по духу важнее кровных уз, отзывчивость сердца – главное достоинство человека, а любовь – больше обмана, согревает, где бы и когда ни ставилась пьеса. Для Полины Лазаревой, исполнительницы роли дочери Сарафанова Нины, это первый опыт советской классики. Для меня это пьеса о семье, о любви. Для меня вообще семья – это самое главное. Поэтому я как раз очень хорошо понимаю, про что играть, про что спектакль и какую мысль хочется донести. Мой персонаж как раз понимает только в конце спектакля, но понимает хотя бы. В финале «Надежда». Случайный обман счастливо объединил судьбы нескольких человек. Недаром первым черновым названием пьесы было «Мир в доме Сарафанова». Я и сам не верю, что я вам не сын, но факт есть факт. А я считаю тебя своим сыном. Вы все мои дети. Потому что я люблю вас. Плохо я или хороший? Валерия Кудрявцева, Александр Садольский. Новости культуры.